Всем огромный привет! Сейчас нахожусь в магазине Fix Price. Это город Ростов-на-Дону, улица Металлургическая. Все полочки просто заполнены и забиты до отказа. Сногсшибательное количество товаров. И вы, как всегда, увидите это первыми. В этот раз очень много новинок в посуде. И первая, которую я нашла, это разделочная доска гибкая за 77 рублей. Фактурная поверхность с двух сторон. Размер доски 35 на 25. Доска легко гнется, и вам будет удобно с нее ссыпать овощи в миску. Мне качество понравилось, запаха никакого нет. Производитель Россия, материал полиэтилен низкого давления. Цена 77 рублей. Новые новогодние расцветки скатерти колорит. Есть еще зеленый вариант, вот с такими серебряными орнаментами. Размер скатерти 135 на 110, цена 99 рублей. Появились новые наборы для кормления малыша. Тарелка и кружка ням-ням. С помощью специального основания тарелка крепко держится на столе. А при помощи маленького язычка ее легко отсоединить. Кружка имеет идеальный объем и отлично ложится в руку малыша. Все это делает процесс кормления удобным для вас и вашего ребенка. Производитель Полимер Быт выдерживает температуру до 60 градусов. Пластик плотный, пищевой. И сейчас проверим ее крепление. Действительно хорошо держится на поверхности и легко отсоединяется за хвостик. Кружка очень легкая. Сейчас в нашем магазине 7 разных вариантов. Вот такой с бегемотиком, с кроликом, жирафик, слоненок, два дерева, панда и львенок. Материал полипропилен, цена 99 рублей. Наконец-то пришли банки для хранения. Объем у них 700 мл, стекло и жесть. Производитель Китай. На банках есть специальная наклейка для надписей. Крышка приятного медного цвета. Внутри нет никакого покрытия. Некоторые наклейки приклеены кривовато, что легко можно исправить. Банки стоят по 77 рублей. Новинка. Нож кухонный универсальный 28 сантиметров черного цвета. Длина лезвия 15 сантиметров. Подойдет для овощей, фруктов, курицы, мяса и сыра. Большая эргономичная ручка. Полипропилен нержавеющая сталь 77 рублей. Пришли новые новогодние кружки. Объем 410 мл, фарфор Китай. Внутри на дне есть дефекты и снаружи тоже. Цена 77 рублей, три варианта. Очень большое количество соусниц по 27,50 и салатников по 55 рублей. Новые тарелки от Luminarc, ярко-синего цвета. Диаметр такой тарелки 20 сантиметров, она глубокая. Написано, что страна-изготовитель Франция. Упрочненное стекло. Еще одна тарелка, диаметр 25 сантиметров, серия называется Indigo. Новые подносы небольшого размера, 32 на 23. Есть небольшой запах, состав полипропилен. Стоит метка, что выдерживает температуру до 100 градусов. Верхнее покрытие – это пленочка. На первый взгляд сделано все ровно и аккуратно. В нашем магазине 4 варианта. Стоят они по 50 рублей. На него помещается одна тарелка и стакан или кружка небольшого размера. Пластик прочный. Мне больше всего понравился с лимоном и с вишнями. Новая большая упаковка Nescafé Classic. Свежий вкус и аромат. 250 грамм. 100% натуральный кофе. Растворимый, гранулированный. Есть плотная застежка. Специально для вас собрали и обжарили спелые кофейные ягоды, сохранив легкую горчинку обжаренных кофейных зерен, чтобы вы смогли насладиться свежим вкусом и ароматом кофе. Цена такой упаковки 199 рублей. Новые яркие салфетки универсальные в рулоне от Bonhomme. Здесь их 40 штук, плюс 5 штук в подарок. Размер 20 на 20. Они выдерживают до 10 стирок. Можно использовать для всех видов поверхностей. Состав вискоза, полиэстер. Два варианта цвета. Есть также универсальные полотенца вискозные за 99 рублей, 80 штук. Появился от Flarks фонарь светодиодный, компактный и легкий, на карабинчике. Состав алюминий АБС, световой поток 40 люменов. Батарейки уже в комплекте. У него 5 светодиодов, цена 55 рублей.
Многие мечтают приобрести вот такие необычные светодиодные лампы. Они здесь появились. Аналог лампы накаливания 75 Вт. Цоколь Е27. Цена 149 рублей. Еще другой вариант – это цоколь Е14. Цена такая же. Завезли большое количество марсианки по 27,50. Появился новый бонжур Конти Классик десерт. В составе много разных компонентов. Сахар, патока, мука пшеничная, заменитель какао, масло растительное, подсолнечное, пальмовое и разные Е. Цена такой коробочки 55 рублей. Пирожное бисквитное с кремом какао. Здесь их 5 штук по 30 грамм. Цена такого наборчика 50 рублей. Если хотите собрать сами новогодние подарки, то здесь есть вот такие наборчики конфет. Твикс 55 рублей 101 грамм и Киткат 99 рублей 202 грамма. Также есть Milky Way 104 грамма 55 рублей. Появились сушки староскольские «Малютка». 300 грамм, цена 18,30. Набор инструментов от Master Hand. 24 предмета. На обратной стороне весь состав расписан. Состав: углеродистая сталь, полипропилен, ПВХ, полиэтилен. Чемоданчик легкий, цена всего 199 рублей. Махровые полотенца с символом года. 100% хлопок, размер 33 на 55. Называется Соли Мио. Цена этой милоты 77 рублей. Следующая сногсшибательная новинка – это органайзер для мусора. Широкое крепление на дверцу шкафа. Материал полипропилен для непищевых продуктов. Хорошо подойдет для кухни. Как вариант, в него можно поместить пакет и сразу собирать мусор в пакет, чтобы не испачкать этот контейнер. Органайзер устойчиво закрепляется, не двигается. Легкий пластик, ничем не пахнет. В нашем магазине только белого цвета, цена 77 рублей. Завезли коробки складные для хранения. 24 секции, размер 32, 32 на 9 сантиметров. Вот такого милого розового цвета с черной окантовкой. Нетканный материал, картон, Китай. В нашем магазине три варианта расцветки. Цена 99 рублей. На дне молния. Пришито хорошо, застегивается легко. И вот так выглядит в собранном виде. Отличный вариант для организации носков и нижнего белья. Очень много видео и фото в Инстаграм, там, где уже наступила зима. Всем большой привет! А у нас в Ростове плюс 10 градусов, поэтому все крючочки заполнены перчатками и варежками. Если еще не подписаны на мой Инстаграм, то обязательно подписывайтесь. Там первыми появляются новости из Фикспрайса и других магазинов. Новый держатель для телефона, легкий, компактный, раздвигается до 20 сантиметров. Подходит для большинства смартфонов, удобно держать в руках. Действительно очень легкий, есть даже подвижная подставка. Состав: АБС, Эва, Сталь, Цинк, Китай. Цена 77 рублей. Появились вот такие трусики по 77 рублей. Размер 44-46, производитель Коза. Город Стамбул. 46 хлопок, 4 эластан, 50 полиэстер. Несколько разных вариантов расцветок. Еще один вариант. Производство Кыргызстан. 96 хлопок, 4 эластан. Цена 77 рублей. Наверху ажурное кружево. Новая игрушка от Play the Game. Музыкальная магнитная рыбалка. Веселая мелодия сделает рыбалку еще увлекательнее. У каждого рыбака будет удочка, с помощью нее необходимо поймать рыбку или черепаху. Ходы делать по очереди. Выигрывает рыбак, поймавший больше всего рыбок и черепах. Для детей от 3 лет. О, в нее даже надо добавить немножко воды, и рыбки начнут плавать, как в настоящем море. В игре могут участвовать до 2 рыбаков. В комплекте 2 удочки разного цвета. Игровое поле 1 штука. Наклейка. 6 рыбок, 2 черепахи. И здесь специальные крючочки для того, чтобы ловить рыбок. Нужно вставить батарейки. Нужны 3 штуки 2А. В комплект они не входят. Черепашки и рыбки очень маленького размера. Хвостики у рыбок подвижные. Здесь есть вот такой шарик металлический внутри рыбок и черепашек. Так что родителям нужно обязательно следить за детьми, играя в эту игру.
Новые игровые наборы «Маленький повар». В комплекте 4 продукта на липучках, доска разделочная и нож. Цена, наверное, 55 рублей. Появилась еще одна игрушка – туалетный столик для кукол. Аксессуары и украшения в комплект не входят. Дизайнерский туалетный столик для стильных кукол. А написано, что входит в комплект. Один туалетный столик с зеркалом и стульчик. Вот так выглядит наборчик. Чтобы собрать, надо приложить определенные усилия. На зеркале есть пленочка, и оно вращается на 360 градусов. Ящичек в столике выдвигается. Сюда можно спрятать какие-то сокровища. Стульчик приседает и вращается. На мой взгляд, супер крутой набор. Еще офигенные блокноты «Мои волшебные мечты» от «Холодного сердца». Это книжки-блокноты от издательства «Эксмо». Внутри странички с картинками и в полосочку. Есть даже какие-то цитаты. 10 советов для успешного учебного года. Самое главное – ложись спать пораньше. После хорошего ночного сна ты будешь более сосредоточенной в течение дня. Есть еще вариант «Звездная принцесса и силы зла». Тоже героиня этого мультика на всех страничках. Еще один вариант. По-настоящему можно видеть только сердцем. Суть вещей незрима для глаз. Странички разного цвета. И надпись. Другой вариант обложки «Холодное сердце». Еще один вариант про фонарь. «Холодное сердце». Яркая обложка «Леди Баг». Внутри также яркие странички. Еще есть вот такой вариант. Вот такой вариант. Вот такой. И «Алиса в стране чудес». Вау, наконец-то я его нашла. «Gravity Falls». Никита обожает. Я только вчера ему купила в Ашане новую книжку. Книгу «Алиса в стране чудес» он тоже уже прочитал. Просто нескончаемое количество. Вот это смешное. Я насчитала 16 разных вариантов. Иди сюда. Нельзя. А Синдо продолжает производить опасные маски. Это черный экран. Себорегулирование и тонизирующее. Ежевика, черная смородина, тыква, морковка и черная икра. Маски разного цвета, внутри пузырьки, а вот в этой прямо такие черные точечки. Поверю, что это активированный уголь, но никак не черная икра. Ставлю фото состава, чтобы вы успели прочитать. Друзья, это все, что я хотела показать вам на сегодня. Если видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.